Всем привет! В Украине проходит подготовка к празднованию 30-летия независимости. И в связи с этим в центре Киева проходит репетиция военного парада. Во время этой репетиции марширующие солдаты якобы спели известную всем песенку про Путина. Ну, ту самую, где ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Якобы спели, потому что в интернете сейчас постят ролики, на которых видно, как солдаты маршируют, но не видно конкретно, что они поют. И сам звук вот этой вот кричалки может быть сверху попросту наложен. Но, тем не менее, ролики эти приобрели широкую популярность, стали вирусными, разошлись по сети и, конечно же, вызвали настоящий пожар в студиях российских федеральных каналов. Особенно ярко, по традиции, заполыхало у Скобеевой. Украинский Талибан, так можно называть теперь соседнее государство, пробил новое дно. Странно, российское правительство проводит с талибами дружеские встречи, принимает их в Кремле, а сотрудник российского государственного телеканала отзывается о них так, как будто это что-то плохое. Кричалку эту показывать я не стану, чтобы не рекламировать идиотов, но в интернете можно найти. Стоп, то есть она только что на всю Россию прорекламировала матерную кричалку про Путина и отправила миллионы своих телезрителей искать ее в интернете. Ну, понятно же, что если бы не Скобеева, россияне вообще никогда бы не узнали об этом инциденте, не узнали, кто в Киеве где ходил, что пел. А Скобеева им говорит на всю страну: там такое кричали, вы сходите, поищите, посмотрите. Слушайте, а ее после такого точно не уволят? Хочется сказать важное. Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных хана. А, я думал, российско-украинским отношениям хана из-за того, что Россия аннексировала Крым, захватила Донецк, Луганск, с территории Ростовской области обстреливала территорию нашей страны, убивала наших граждан, захватила в плен наших моряков. А оказывается, российско-украинским отношениям хана из-за того, что на 8-м году войны кто-то спел обидную песенку про Путина. А до этого-то все было хорошо, нормально же общались, зачем эти кричалки? Если всех, кто оскорбил президента России, ну и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично. Будут ли включать эту кричалку в официальную часть парада, пока неизвестно, но последствия будут, и сомневаться не стоит. Как они могли обидеть нашего барина, нашего государя, ноет сливной бачок, который целыми днями с утра до вечера на своем шоу оскорбляет Украину и угрожает украинцам. Ну, то есть, когда Скобеева постоянно рассказывает, что украинцев не существует, обзывает украинцев фашистами, угрожает захватом территории Украины, это все, друзья, просто укрепляет украино-российские отношения. А вот когда-то кто-то спел кричалку про Путина, тут-то российско-украинским отношениям и хана. Вот так вот. Такие неблагодарные эти украинцы. Просто нет слов. Давайте, друзья, поделимся этим видео, срочно его распространим, чтобы все знали правду, все знали, как все обстоит на самом деле. И подписывайтесь на канал. Ну а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мою работу полезной, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.